Всем-всем-всем привет! Видео номер 5. И у нас 11 часов ночи, я сижу в кафешке и кушаю чизкейк. Вот так вот в жизни бывает. Душа желает счастья. Сладости, конечно, не самое лучшее, но почему-то я пришел, почему-то меня сюда провело. Сегодня будем говорить о знаках. Одна из первых моих книг была Пауло Коэльо «Алхимик». Вот, и я действительно задумался. Коронная фраза была «следуй знакам». Жизнь всегда дает знаки, подставляет, но их нужно уметь увидеть, да? После этого было много чего прочитано. Ну как, не очень много, но читалось. Вот, и что интересно, вчера была очень интересная ситуация. Девочка пришла смотреть бизнес. В конце я остался с ней пообщаться. Ну, я каждому уделяю внимание в конце. И мы что-то общаемся. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, ты с нами не просто так. А там знак. Я говорю, может, ты читала Пауло Коэльо «Алхимик»? Она меня такими глазами залазит в сумку и достает книжку. Пауло Коэльо «Алхимик». Я говорю, запечатано, давай. Несите форму. Ты our business partner. Вообще, такой прикол. Вот, сегодня проснулся в таком не самом классном настроении, да, буду немножко рассказывать о себе и о знаках. Тоже изучаю, тоже разные моменты проживаю. Пошел, короче, на улицу, помедитировал. Вот, самое интересное, по дороге назад ко мне пристал чувак. Я там что-то на турниках пытался подтягиваться, типа пытался. Он подошел, начал что-то рассказывать, какие-то школы, какие-то убийства, он такой, пьяный был еще. Ну ладно, мы послушаем. С любовью на него смотрел. Я никого не сужу, всех люблю. Что-то общаемся. Глупости были, и матерился. Ну какая разница? Просто послушаю. Вот, я в конце. Он меня обнял что-то. Говорит, блин, мы с тобой одинаково мыслим. На той же волне. Ну, странно. А диалог начался с того, он спрашивает, как дела? Говорю, живой. Дышу, смотрю. Слышу. Вот, он говорит, мне нравится твой ответ. Короче, ребятки, в конце он говорит, ты улыбаешься со знаниями. То есть, типа, осознанно. Говорит, ты имеешь то, что другие не имеют. Ты должен других этому научить. У меня на глазах слезы. Я такой не знаю, что делать. Вот, и он пропал. И я понял, да, наверное, я должен все-таки нести что-то людям. Ну, я всегда чувствовал, что я особенный, да, не знаю, все, может, это чувствуют. В какой-то момент я себя останавливаю, думаю, стоп, может, это просто мое эго, да, просто мне каждый хочет чувствовать свою значительность, и, может, я так хочу чувствовать. Но в то же время я действительно люблю людей, действительно люблю помогать, каждый любит помогать, я прям люблю это делать. И те духовные люди, с которыми я общаюсь, для них не важны деньги, для них важна помощь. Когда ты помогаешь, ты получаешь самое высшее наслаждение. Это самая лучшая награда, благодарность. Поэтому сказать, что меня мотивируют деньги, я не могу. Я пытаюсь этим мотивироваться, но меня это не сильно заставляет. А вот помощь людям, дать им ключ, который поможет изменить жизнь, это да. То есть я даже даю людям материальные ключи, да, но в итоге-то они приходят к духовным вещам, к пониманиям, к знаниям. Поэтому да, я который раз себе доказывал, что я здесь не просто так. Я думаю, каждый из нас не просто так. Вот, и мой учитель как раз мне позвонил после медитации. Медитация была о любви. Я такой был немножко грустный. После медитации все хорошо. Она говорит, посмотри, послушай книгу «Год 2150». Ребят, шикарная тема, слушаю. Там 7 часов аудио, либо книжка, не знаю, можете сами почитать. Очень-очень круто, очень отвечает на все вопросы, которые, возможно, у вас где-то накопились. Советую. Вот так вот, ребятки. Знаний много не бывает. Вот этим я хотел с вами поделиться. Видите свет? Свет. Вот это самое главное. Когда видите у людей свет в глазах, вот с этими людьми нужно идти. Идти, объединяться и делать то же самое. Пробуждать. Давайте пробуждаться вместе. Да? Согласны? Супер. Все, вам приятного дня. А я буду слушать дальше. Хорошо? Все. Всем peace. Люблю вас. У-у-у.